106 лет прошло со дня основания пограничной службы России. В честь этой даты во Владивостоке у мемориала пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины, сегодня прошел торжественный митинг. Охрана границ – важная государственная задача, и наши дальневосточные воины-пограничники неразрывно связаны с этим днем. Уже по доброй многолетней традиции юноармейцы, представители органов власти, действующие пограничники и ветераны возложили цветы почти в память погибших. Здесь же прозвучали залпы артиллерийского салюта и награждение всех причастных к этому дню, кто с достоинством несет звание защитника российских границ.